С древних времен варенье из одуванчиков называли медом любви. Оно не просто очень вкусное, но и целебное. Врачи советуют его тем, кто страдает от аллергии, а также имеет проблемы с печенью и сердцем. Одуванчики цветут практически все лето, поэтому у вас будет много времени для того, чтобы приготовить из них варенье. Оно обязательно понравится всей вашей родне. Подавайте варенье с тостами к завтраку или с печеньем к полднику. Чтобы узнать, как приготовить варенье с одуванчиков, прочтите данный рецепт. Одуванчики лучше собирать в первой половине дня. Ни в коем случае не делайте это в городе и возле проезжей части. Не промывая цветы, отрежьте от них зеленую часть и стебли. Переложите лепестки одуванчиков в кастрюльку, залейте водой и поставьте на плиту. Доведите воду до кипения, уменьшите огонь и варите 10-15 минут. Снимите кастрюльку с цветами с плиты и накройте ее крышкой. Дайте цветочному отвару хорошенько настояться. Затем цветочный отвар процедите через сито, а сами лепестки хорошо отожмите. В полученный отвар выложите оба вида сахара, кристаллический и лимонный. Также выжмите в него сок одного лимона, который при желании можно заменить на лимонную кислоту. Вам понадобится около половины чайной ложки на 1 литр отвара. Снова поставьте кастрюльку на огонь и варите, пока сахар не растворится полностью. В отдельную пиалку всыпьте агар-агар. Вскипятите в чайнике чистую питьевую воду и залейте ею агар-агар. Тщательно все перемешайте. Растворенный в воде агар-агар добавьте в отвар из одуванчиков, доведите варенье до кипения и сразу выключите огонь. Простерилизуйте банки и разлейте по ним варенье. Закройте крышками и храните сладость в холодильнике.